Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Забираем свои ежедневные награды. После этого забираем свои награды за ежедневные задания. Не туда нажал. Нажал нечаянно, ребята, на просмотр видео. Ну, ничего страшного. Так, что у нас здесь? Поднять уровень персонажа. Это все понятно. Зайдем с тобой в магазин, откроем, конечно же, бесплатно колоду. Так, змейка Вьюн. Оу! Пульверизатор. А я думал, что змейка Вьюн, ребята, немножко ошибся. Ну, бывает. Бывает и проходит. Так, что у нас здесь? Ух ты! 5 ДНК берем с тобой на Кейси Джонс фильм. Отлично. Слушай, ну неплохо. Так, по жетонам, друг. А, 59, секундочку. Всего 59 жетонов. Блин, я-то думал, нам хватит с тобой что-нибудь приобрести. Но я ошибся. Ладно, здесь 420. Тоже не хватает, да? Ни здесь, ни здесь. Ну, придется потерпеть маленько. Так, что у нас сегодня, ребят, по программе дня? Ну, во-первых, арена. Меня сбросили. Ну, на 73-й ранг это ерунда. Мы с тобой быстренько туда заберемся на первое место. Но самое главное, что сегодня вот у нас эксперт — это на Усаги. И платиновая. Так, хочу посмотреть, ребята, кого нам здесь дадут. Хм. Ну, я думаю, можно попробовать, да, поиграть. Но начнем, как обычно, в начале с Усаги. Проходить, я думаю, что не стоит полностью его. Или стоит? А мы пройдем? Вот в чем вопрос. Ладно. Тогда пошли вначале на лигу. Ребят, пойдем на лигу. Сейчас быстренько с вами взлетим обратно в топчик. Чак. Ну, давай возьмем этого Чака. Возьмем Чака. Тут нам сколько нужно? Где-то боев 8, да, провести. Я думаю, что персонажей нам с тобой с лихвой хватит. Можно даже не брать слишком слабеньких. Так, ну что, давай, Усаги, наяривай. Ну, я тебе скажу, неплохо. Так, а Леонардо что у нас сделает? Всех добил, красавчик. Другого я даже и не ожидал. Ну что ж, тогда мы с тобой двигаемся дальше. Была 70, там какая, 6-я позиция, да? 73-я, становится 59-й. Слушай, ну это круто. 59-я позиция и 59 вот здесь жетонов у нас. Так, значит, мы с тобой возьмем Педро. Ну, Педро, так, Педро, так. Этих ребятулек обратно к себе забираем в команду. И Муха, Шреддер, Ванька. Хм. А там у нас потом идет Джастин. Но я думаю, справимся, ребят. В принципе, без проблем. Так вот. Неделька-то у нас с тобой заканчивается, да? Об этом не стоит забывать, ребята. И мы будем с вами прокачивать. Пока, как обычно, у нас лидирует Крис Брэдфорд. Хотя было пару голосов за Ваньку Стиранка. Но все-таки, ребята, Крис. Наверное, он у нас и победит. Так, тихо, тихо, тихо. Ты смотри, что делать. А, ну, это ерунда, ребята. Это он себе бафает. Мы его сейчас успеем ушатать. Да. Баф ему этот не помог. Ну что же, мы двигаемся дальше. 59-я была позиция. Я думаю, сейчас где-то будет 46-я. Наверное, да? Приблизительно, по моим расчетам. Ну-ка посмотрим. 45-е. Ну, чуть-чуть просчитался. Ладно, ничего страшного. Леонардо, Джон и Карлос. Эдуардо. Карлос и Эдуардо. Слушай, я, наверное, возьму Джона. Нет, 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 нет. Ты прикинь, смотри, везде. Везде Микеланджело. Нет, я лучше, ребята, обновлю. Что-то мне не хочется. Вот, вот здесь уже приемлемо. И я, наверное, буду брать. И я, наверное, буду брать. Кто там? Мдентал? Ну, давай вот этого возьмем. Посмотрим, на что он тут способен. Так, Джастин, нейтрализатор, паукус. А дальше у нас змея Карей. В принципе, да, нам хватит сегодня с тобой выйти в топчик. Закрепиться. Больничный, ребята, у меня закончился. Мы выходим на работу, так что видосики будут выходить пореже. Придется чем-то, как говорится, жертвовать, да? Либо вторым каналом, либо этим. Так, ну что? Постепенный урон на всех, кроме Дони.
Упс. А Донни-то выжил. Ну-ка, давай-ка паутиночкой попробуем его. Да. Паук все-таки его пробил, как ты видел. И это хорошо. Значит, мы с тобой двигаемся дальше. Место у нас с тобой уже нагретое. Будет, наверное, 30... Ох, я даже не успел сказать. 31-е. Ну что, три боя, друзья мои. Три боя, как минимум. Нам еще нужно с тобой сделать. И все, у нас будет GG. Кей. Эрик. Ну, давай я возьму, наверное, Эрика. Так, у нас с тобой остается 5, а, 4 отката. То есть еще полноценных 2 битвы. Ну, полноценные 2 битвы. Да, ребята, вместе с этой, включая, да, как раз нам должно хватить. Должно нам хватить. Потом пойдем с тобой попробуем справиться с Усаги. И после этого пойдем на платиновое испытание. Так, что-то мне говорит. Да, я так и думал, ребята, что Донателло опять все-таки выживет. Ну-ка, Шархан, давай. Изи. Мы его завалили. Ну, естественно, Шархан его просто в капусту порубил, можно так сказать. Так, и мы с тобой перемещаемся. 18-я позиция. Окей. 18-я позиция. Так, Николас и Люциан. Ну, давай возьмем Николаса, наверное, да? Я думаю, это будет пооптимальнее, да, чувачок? И против него будут выступать... Ну, смотри, Змейка Вьюн плюс Пульверизатор, да? Вместе с ними присоединяется еще и Карайка. Кто тут он у нас такой самый прожорливый? Наверное, Макман, я считаю, он самый сильный здесь будет, да? Макман, наверное, на 79 уровне может такую дичь вытащить. Но зато, смотри, как его Усаги хорошо пробил. То есть он не смог выстоять, да? Так, Бибубчик выжил. Бумс, и постепенно урон. Слушай, ты видел, сколько постепенно урон отнял у него хп? 3000 в минус ему сделал. То есть, сделай выводы. Так, а мы с тобой, ну, еще чуть-чуть. Ну да, последний бой с тобой делаем и будем в топчике. Последний, ребята, бой. Так, что же нам с тобой взять? Ну, давай возьмем Романа. Так уж и быть, возьмем Ромку. Последние 2 отката мы с тобой тратим. Ага, слушай, а если нам с тобой сделать один небольшой эксперимент? Сейчас я тебе объясню, какой. У нас с тобой остались еще персона. А, смысл нам, блин, смысла нету, ребята. Я хотел просто сыграть оставшимися нашими персонажами. А потом подумал, если мы сейчас с тобой возьмем первое место, топчик, то для чего нам их использовать? Вообще незачем. Да, незачем. Так что придется эту задумочку пока отставить. Тыч. Все, ребята. Ну что я тебе могу сказать? Победа за нами. Идеальная. Мы с тобой занимаем первое место и идем на испытание. Первое? Ну, конечно, первое. Вот оно. Так что я хотел просто, друзья мои, сделать еще один, ну, бой, да, предположим. Только выбрать вот этих вот персонажей. Без Леонардо и Усаги. И посмотреть. Но так как мы с тобой уже все-таки в топ-месте, смысла в этом нету. Но зато есть другой смысл. Так, мне надо будет вот эти, кстати, телепорты еще за кадром понабивать. У нас с тобой испытание, да? На Усаги. Ну что? Давай, во-первых, глянем, кого нам тут дадут. Упс. А дали-то нам с тобой не совсем имбовые картишки, да? То есть, сам видишь, ни одного Леонардо нету. Тьфу ты, Леонардо. Ни одного. Ни одной низи черепашки. А, нет, Донателло есть. Но он не топовый все-таки, согласись. Сейчас, конечно, 40 уровень мы с тобой здесь распинаем. Тут понятное дело, да? Ну, а дальше-то как? Там будет 50 уровень. Ты помнишь, когда мы у Саги проходили с тобой нашей топовой командой? И то нам там давал такого джаза, да? Что мы как эти рваные тапки летали по всей комнате. Здесь будет приблизительно то же самое. Где-то на эпизоде, наверное, 4-м, я думаю, мы уже с тобой всплакнем. Точнее, мы-то не всплакнем. Но мои персонажи взгрустнут, это однозначно. Сейчас будет 50 уровень. Естественно, у них еще вешается, смотри, двойная атака сразу же. Автоматом. Смотри. Зашибись.
Так, ну-ка. А я жду, думаю, когда же кто-нибудь сделает контрудар. А у нас нету ни у кого контрудара. То есть контрить некому. Так, кому он сейчас пропишет? А? Железноголовому. Так, мы его замедляем. Но замедляшка не срабатывает, как ты видишь. Он бафается. А смысл от его бафа? Я не знаю, что он сделал. Ребят, но баф его явно, как говорится, ни к чему был. Потому что на нем так и так висела двойная атака и висела защита. Он сделал баф, то же самое осталось все. Ладно, мы двигаемся с тобой дальше. И у нас с тобой третий эпизод. На третьем эпизоде мы уже имеем 60 уровень врага. При нашем 80-м. То есть риски повышаются. Так, он начинает крутиться, вертеться. Так, ну, терпимо, ребят, еще пока терпимо. Мне кажется, что грибы наносят намного больше урона, чем тот же самый Усаги. Так, хорошо. Лучше бы, конечно, вы сделали бы массовую атаку. Но почему-то они делают... Ага, вот защита — это хорошо, это правильно ты сделал, Донни, просто замечательно. Так, минус еще один гриб. Усаги имеет двойную атаку. Что он делает? Еще баф. А, нет, ребята, это месть. Это он повесил месть. Ну, кстати, посмотри, она почему-то не отметилась у него. Почему? Пока не знаю, ребят. Так, замедление у него висит. Плюс он не сможет теперь применять свои суперспособности. Ага, теперь только замедление на нем осталось. Так, ну... Да, железноголовый все-таки добил Усаги. Ну что же, мы тогда двигаемся с тобой дальше. И это у нас будет... Это какой эпизод-то, кстати? Сейчас посмотрим, подожди секунду. Четвертый, их всего 6. Здесь уровень уже 70, ребята, уже все. Это критичный уровень, потому что на 80-м мы будем с тобой уже на равных. И так как мы знаем его топ-прокачку у Саги, вряд ли мы там, конечно, сможем с тобой победить. Хотя Зек со своей массовой атакой... Ну, сейчас посмотрим, что сделает Усаги. Повесили постепенно урон? Нет. Все терпимо, да, значит? Ну, как видишь, Баксер Стокман тоже не сделал смертельный этот постепенный урон. Слушай, тут вообще как-то мы с тобой быстро, если честно, разошлись. Вообще моментально. Ладно, ну что, пойдем теперь на равных поиграем. Конечно, хотелось бы пройти 6-й эпизод для галочки. Но вряд ли. Так. 80-й уровень. Наверное, я буду все-таки играть вручную. Тут надо делать массовые атаки. Воу! Ты серьезно? Эй! Твою же налево. А у меня хила здесь нет, ребята. Ну, смотри, что творит, а? Смотри, что творит. Промахнул. Воу! Это как так может быть? Так, секунду. Ну-ка, сюрики. Есть контакт. Теперь я возьму, наверное, провокацию. Он все равно может же сделать свою массовую атаку, верно? Хотя, если мы заблокируем. Мимо! Так, у него замедление. Давай ракету. Так, ракета плюс щиты. Давай попробуем поджечь его. Ага. Из пальца. Есть контакт. Кому он сейчас врежет? Так, ну это понятно, потому что в провокации меткость понизили. Да, друзья мои, пробили, но это было на равных. То есть 80 уровень против 80-го. Я удивлен был, Зека, ты видел, сколько он его бомбил. И не мог никак его уничтожить. Конечно, тут что-то с чем-то. Ну, друзья мои, эпизод 6, ты сам понимаешь. Во-первых, они все равно круче меня, и здесь я их не смогу победить. Поэтому придется это пропустить. А вот платиновое меня очень интересует. Здесь мы с тобой должны немножко подраться и, скорее всего, должны выиграть. Сколько здесь волн? 3. Ставим с тобой на автобой. И давай-ка посмотрим, как это все будет примерно выглядеть. Ты смотри, что сделали. Сразу же нам понизили с тобой щиты. То есть защита у нас минимальная сейчас. Так, ну я надеюсь... Ага. Так, хорошо. Нет, давай-ка лучше все-таки сам вручную поиграем. Так, здесь мы с тобой бросим бомбочку.
Замедляшка сработала, но не на всех. Ничего страшного, ребята. Так, что он там делает? Ух ты, хильнул массово, причем всех. Добиваем. Есть контакт. Так, а здесь у нас босс. Слушай, ну это консервная банка, которая прячется в куче мусора. В принципе, с этим цыплаком мы должны справиться. Должны, поехали. Так, пошли, ух ты. Четверть хп сразу отняли. Так. И остается добить. Как бы его добить? Давай попробуем порубать. Постепенный урон. Да, ребята, именно постепенный урон уничтожил этого вшивого робота, ребята. Ну что же, давай посмотрим, что у нас ждет на следующем эпизоде. Я думаю, наверное, враг будет чуть-чуть посильнее. Так, какой тут уровень? Слушай, тоже 80-й. Так, ну здесь, наверное, будет чуть-чуть побольше волн. Наверное, да? Нет, также три волны. А в чем прикол? Ха, а ну-ка, поехали. Так, тихо-тихо-тихо. Да хорош ты, блин, вот врезал. Ты посмотри, что делать, а. Так, понизим им. Ага. Пробиваем. Отлично. Так, здесь давай защиту с тобой поставим на всякий случай. Здесь добьешь, молодец, красавчик. И этого тоже уничтожим. Найс. Так, переходим с тобой на вторую волну. Так, у нас защита висит, висит. Так, ну просто стрельнем с тобой, может заморозка сработает. Ага. Так, теперь вызываем маузеров. Хотя можно было бы волну эту вызвать смертельную. Ладно, фиг с ним. Так, добиваем, судя по всему. Есть контакт. И опять этот вшивый робот. Слушай, а он опять что ли 80 уровня? А в чем тогда прикол? Будем так ходить с тобой уничтожать его. Ладно, поехали. Замедлим его для начала. Так, теперь заблокируем способности. Упс, не вышло. А если так? Ага. Теперь меткость. Солидно. Попадает. Теперь ракету. И бомбу бейсбольную. И добиваем, ребята. Слушай-ка, мы с тобой прошли. Я тебе не скажу, что здесь было прям очень сложно. Я даже сказал, здесь было легко. Но на 3 звезды прошли. Так. У нас еще там одно третье с тобой испытание. Ну, посмотрим, что здесь. Да, тут, ребята, 90 уровни. Я не смогу, наверное, победить. Могу только вот это вот пофармить. Да и то. Всего лишь два разочка, да? О, еще видел, получил снаряжение, технику. Вот, это я понимаю, ребят. Так, ну что? В принципе, сегодня, что я планировал, я сделал. Мне остается только добить вот эти вот телепорты, но это я за кадром сделаю. И, друзья мои, ждать окончания недели, чтобы получить нам с тобой платиновые осколки и прокачать Криса Брэдфорда. Пока, пока Криса Брэдфорда в платиновый ранг. Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.